волосы очень хорошие, и стрижка хорошая. И только есть выпадение волос на теменной части парика. Вот тут вы видите проплешины. Что мы делаем? Одеваем парик на голову, на подставку. Закрепляем ее заколками, чтобы парик не двигался. Потом мы берем заколочки и закрепляем, чтобы нам волосы не мешали во время, что мы будем заполнять проплешины. Берем самую тонкую иголку номер 1 или 2, берем волосы такого же цвета, что мы хотим делать, и начинаем медленно заполнять проплешины, пока не заполним все. Берем 1 или 2 волоса, чтобы не было видно, как мы заполнили. Вот он, мят халяш и хелах у мясов. Вот халяла суд кешер и хат. А, окей. Лама шеву и ру. Бе... Шанахну мы малим карахот. Бе пя, бе скин. Нахну луким ахата хиктана. Луким сарай и хат максимум штайм. Волсим кешер и хат. Лойтер. Шелой и ру и вдель. Хи хашуф ликшор кешер хазак, ше има хафифа вефен, вы врахвану сар, ше отхам луйхи карахат. קשר חזק. אם את מרגישה פיאר לא כאילו צריכה להיות יותר מתוחה, את יכולה לשים עוד סיכות. שיש קדם נעדילי פריק נגולבו, פסטבי לי זקוקי בקרוק פריקה שטובה פריק נדביגלסיה, פסטבי לי זקוקי נבולסי שטובה נמנשאלסי, שטובה נווידילי חרשות דינה שפרפלשנה, אם היא Начинаем медленно заполнять проплешины. Берем самую тонкую иголку номер 1 или 2, берем 1-2 волоска и начинаем ряд за рядом заполнять. Мы делаем в один узел нашу тамбуровку. В один узел, 1-2 волоска, чтобы не было видно, не было разницы, что мы делали ремонт, и тогда парик будет выглядеть естественно,
как будто бы это наша, как будто бы это не парик, как будто это наш пробор на голове. В моих уроках раньше вы видели, как я обучаю делать танцурочку волос, обучаю в один узел, обучаю два узла. Это вот как раз тот случай, когда мы делаем танцурочку в один узел с самой маленькой иголкой и берем одну-две волоска. Самое главное — хорошо вытянуть узел. Почему мы должны хорошо вытянуть узел? Чтобы после, во время стирки и укладки парика, чтобы волос обратно не выпал, чтобы крепко держался. Мы делаем это аккуратно, чтобы не порвать материал, тёмную часть парика. Потому что материал, он тонкий, очень нежный. Поэтому мы аккуратно заносим наш крючок. Затягиваем крепко, но осторожно, чтобы не порвать, не порвался материал. Мерген, это лишь ты кшивот. Мерген, это лишь ты кшивот. Мумра? Ты не цапал, по-моему, мумра.
сейчас парик, где было проплешино на теменной части, мы заполнили. Видите, теперь нету проплешины. Парик выглядит как новенький. Можно с ним еще ходить несколько лет. Если вам нравятся мои видеоролики, подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайк. Под видеороликом есть мой сайт, можете перейти на сайт. На этом сайте есть много обучающих видеороликов по поводу пошива, ремонту и реставрации париков. Сайт на двух языках, русский и иврит. Выбирайте язык, который вам более подходит. Также под видеороликом вы можете задавать любые вопросы по поводу реставрации и пошива париков. Если вас интересует что-то еще новое, вы можете спросить меня, я вам могу создать еще новый видеоролик по пошиву и ремонту парика. Буду рада вам помочь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Всего хорошего. Буду ждать вас на моих новых видеороликов. До встречи. Салон Жерельмотицы. Туда рабавы, траут. Не подлежь бы сертамину Ахарин. Да.